Дима меня прощает. Вот она, мамина девочка, самая красивая. Ты в телефон смотришь? А почему ты в зеркало не смотришь? Бубосик. Бубосик, вот он, мамин бубосик. Давайте, моя красавица. Самая красивая моя девочка. Ну-ка, смотри, кто там в зеркале? Кто там в зеркале? Там мамин птенчик. Да, все. Мама так не умею снимать. Мои хорошие, вот так мы кушаем банан. Банан нам нравится. Нам вообще фрукты нравятся. Мы не отказываемся от них. А овощи мы не любим. Да, маминя? Да, солнышко? Вкусный бананчик? Давай. Мамина, тебя можно сегодня на видео снять? Ты разрешаешь? Разрешаешь, да? А? Взяла все-таки, да, ты? Молодец. Алды бак. Опять все виноваты, да? Да? Пингвиненок. Да, маминя? Бубосик. Ты бубосик? Аслан, мы тоже здесь. У него там свои салфетки, у нее свои. У них теперь игрушка новая, влажная салфетка. Этот пакет Шушиджи. Упаковка. Hangisi alacağını şaşırdı Asman. Давай. Давай, потихонечку. Лентяй. Давай. Вот так, давай. Давай. Вот так, молодец. Лица нервничает, но потихонечку идет к своей цели. Мои хорошие, 2 часа почти ночи, вот 1:30. Я проголодалась. Я сегодня запекала грибы. Вот что от них осталось. Грибы с начинкой, там сыр, лук и так далее. Один грибочек съем. Еще сегодня нам... Ой, свекровь приготовила чечевичный суп и сельдерей. Мои все спят. Ну да, такое-то время. Я монтировала видео. Закончила только. Сейчас перекушу грибочком. И тоже на боковую. Сегодня давала на мой кусок хлеба такой большой. Сегодня давала детям банан. 2 раза аж они поели так с удовольствием. Им очень понравилось. Все. Всем спокойной ночи. Если у вас тоже ночь. Что-то я поспешила прощаться. Посмотрим, сколько я вешу ночью. На 100 грамм больше. Вот так вот. Вот теперь всем пока. Есть одна песенка, точнее куплетик из песни. Когда я ее пою, сынуля всегда улыбается. Не знаю, на камеру будет или нет. Музычок с гармошкой, поиграй немножко, спой-ка от души, Наташку рассмеши. Ня-ня-ня. Музычок с гармошкой, поиграй немножко, спой-ка от души, Наташку рассмеши. Мама, конечно, петь не умею, но как могу. Я не знаю, с чем она у него ассоциируется. Смотрю свое старое видео, когда я была беременная, когда они у меня были еще животики. Музычок с гармошкой, поиграй немножко, спой-ка от души, Наташку рассмеши.
Закругляюсь. Привет, мои солнышки. Одно из моих любимых мороженых Турции. Начался сезон, наконец-то я могу вдоволь есть мороженое. Знаете, раньше марта, да, по-моему, марта или апреля. Раньше марта здесь не найдешь мороженое. По крайней мере, у нас на районе не было в магазинах. Вот. Куда-то бежит моя девочка. Сынуля спит. Дочка крутится, вертится, как обычно. Мами, птенчик. У нас сегодня такая погода, не очень хорошая. Хоть солнце, но ветер. И сегодня решили мы никуда не выходить. Думала сперва пойти в парк, потом посмотрела на погоду. Видите, даже занавеска на балконе, которая прям бегает. Вот так вот. Что-то здесь упало? Нет, ничего не упало. Ай. Закроем. Я уже привыкла, что у меня все время здесь закрыто. Здесь у меня были прищепки. Прищепки. Ай. Не знаю, слушай, что случилось с моей камерой, когда я снимала. Что-то случилось, стало все черное. Там у меня занавеска держалась на прищепках из-за ветра. Даже прищепки улетели. Штуки 4-5 всегда я цепляю. Вот такая вот погода. Завтра пойдем обязательно куда-нибудь выйдем. А сегодня у нас какой день недели? Четверг, по-моему. Да, четверг. Вот это последние дни, которые мы без массажа. Со вторника у нас начнется массаж. И уже днем я не смогу с детьми выходить гулять. Вот. Да, мамина? Да? Птенчик? Ты красавица? Ты мамина красавица. Потому что я самая красивая девочка. Самая красивая моя. Да? Она у меня вечно перед камерой отрыжки пускает. Что поделать? Ребенок еще. Мои хорошие, кто любит сельдерей? Это я. Я даже не знала, что я могу настолько полюбить сельдерей. Я пока не приехала в Турцию, ничего, я даже не пробовала сельдерей, я не знала, что это такое. Так, секунду. Мами? Ты куда заползла? Сейчас, секунду. И вот, я даже не знала, что я могу полюбить сельдерей. Первый раз я его попробовала, приготовил муж. Это было в самом начале, когда мы только начали жить вместе. Я попробовала... Знаете, я подумала, что это такое? Я смотрела на мужа такими глазами, а еды нет. С таким этим. Да, первое время, где-то неделю-две, готовил мой муж. Вот. И в тот вечер я так поклевала этот сельдерей. И поняла, что мне он не нравится. Потом прошло какое-то время. Она слышит мой голос. Так все у нее прекрасно. Смотрите, все у нее хорошо. Просто она слышит мой голос. Сейчас, секунду. Посмотрите, да? Так. И потом приготовила как-то сельдерей, свекровь. Я даже не хотела пробовать. Она уговорила, я попробовала. Мне так понравилось. Так вкусно. Этот такой особенный вкус какой-то сельдерея, запах. Я до сих пор его очень люблю. Когда была беременна, я прям умирала за этим сельдереем. Хотя мне писали, что нельзя его, но свекровь мне готовила, приносила. Смотрите, она хитропупа. Она слышит мамин голос. Что случилось, мамин? Мама все равно сейчас буду кушать. Мама, тебя сейчас на руки не возьму. Вот так вот. И вчера свекровь приготовила очередной раз сельдерей и прислала нам. Ем я вот здесь вот. По возможности быстро-быстро. Смотрю последний свой видеоролик, который выпустила. Ой, истерика. Все.
Всем приятного аппетита, кто за стол? Пришла заловка, а с ней очередная порция домашних яиц. Наши курочки снесли. Я не успеваю их, честно сказать, заканчивать. Хотя мы с мужем каждое утро едим яйца. Наши курочки стали все больше и больше нестись. Такс. Такс. Она там с дочерью играется в бассейне, сынуля спит.